Дорогие наши друзья, сегодня к нам пришла печальная новость, с которой мы спешим поделиться с вами. То, что нам сообщили о Евгении Петросяне, поразило всю страну. Нам сообщили, что Евгений Петросян со своей семьей и некоторыми друзьями находился за границей в отпуске. В тот момент, когда группа туристов ехала на автобусе, с ними случилась страшная авария. В их автобус врезался большой груз на перекрестке. Есть пострадавшие. Некоторые туристы, а также Евгений Петросян, были в срочном порядке госпитализированы в местную больницу. На данный момент за их жизнь борются врачи. Им оказывают первую медицинскую помощь. Друзья, больше никакой информации нету, так как это чужая страна. И нам никто ничего не может рассказать. Мы следим за ситуацией и собираем как можно больше новостей, чтобы рассказать их вам. Давайте будем надеяться, что с Евгением Петросяном и его семьей все будет хорошо, и с ними ничего плохого не случится. Пожелаем ему здоровья и скорейшего выздоровления и возвращения домой. А вы, друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски, которые выходят у нас каждый день. Мы с вами не прощаемся, лишь говорим вам. До скорых встреч в наших новых видео.